поскольку газобаллонное оборудование весит где-то около 80 килограммов. И еще вот анализ ситуации с переводом на газ по регионам вывел любопытную тенденцию. Если на западе республики автотранспорт использует в основном сжиженный газ, это пропан-бутановую смесь, то в Алма-Ате, Кустанае, Кызылорде власти приучают автолюбителей к компримированному газу, это метан. Правда, в Алма-Ате сейчас начали строиться и заправки с пропан-бутановой смесью, но тем не менее. И таким образом газовый автомобиль, в отличие от бензинового, будет привязан к региону. Если у меня там метановый двигатель, то я пропан-бутановой смесью не заправлюсь. И потом газификация, допустим, в Алма-Ате, общественного транспорта, она идет за счет этого метанового компримированного газа. Но общественный транспорт еще ладно, так за пределы города не выезжает, а что касается частных автомобилей, то могут они столкнуться именно с такой проблемой. И потом опять существует опасение того, что если сейчас вот газ дешевле бензина, то при массовом переходе автолюбителей на газ цена на газ тоже начнет повышаться, может даже сравняться, ну или где-то быть около бензиновой, и тогда вся экономия. Есть еще, кстати, такой нюанс. При заправке, если, допустим, в жаркую погоду, в полупустом даже баллоне этому, повышается давление. И чтобы охладить баллон, мне специалисты рассказывали, что следует раскачивать автомобиль вдоль продольной оси, тогда тот газ там сбалтывается, баллон охлаждается, и тогда можно туда закачать дополнительные нужные объемы газа. Это тоже, это очень много таких нюансов. И поэтому тут я так скептически отношусь к полной газификации. И еще один тонкость есть, что переводу личного транспорта, вообще транспорта на газ препятствует и отсутствие стимулов со стороны государства. К примеру, в Германии и Италии, поощряя перевод автомобилистов на газ, государство возмещает до 90% расхода на установку газобаллонного оборудования. А в Казахстане власти пока ограничиваются только призывами. Переходите на газ, но никаких особых льгот автолюбители не получают. Все это за свой счет. И еще тут одна тонкость. Если переводить, вы купили новый автомобиль, он находится на гарантийном обслуживании производителя. А если вы на нем произведете установку газобаллонного оборудования, то вы тем самым нарушите гарантийные обязательства. Да. И вы потеряете гарантию на обслуживание автомобиля. И потом это очень дорогое удовольствие, там до 250 тысяч. И чтобы их отбить, это надо, не знаю, таксовкой, наверное, заниматься. А если так, как обычно, с работы с дома на работу, и потом с работы домой, и потом по воскресеньям, но это процесс возвращения денег, я думаю, очень затянется. То есть бензин на сегодняшний день остается наиболее оптимальным видом безусловно, топлива. Безусловно, да. От него сейчас никуда не денешься. В этой связи я хочу попросить показать нашим телезрителям соответствующую графику. Согласно проведенному исследованию, треть опрошенных добирается на работу на личном транспорте, 30% ездит на общественном транспорте, 15% предпочитают добираться на работу на такси, и только 10% опрошенных ходят на работу пешком. Вот такие вот данные известны нам. Касательно цены, опять же, на бензин и касательно спекуляций на рынке. Вот на ваш взгляд, что может удержать участников этого рынка, безосновательно не повышать цены на бензин? Ну, с моей точки зрения, это только, так сказать, государственное регулирование. Или второй вариант – это полное обеспечение насыщения рынка топливом с минимизацией всяких разных издержек. Если этих двух составляющих не будет, то… Но оно и так будет расти, потому что мы видим тут инфляция, девальвация, много разных других причин. Но это, по крайней мере, позволит заметно замедлить процесс повышения цен. Рынок нефти, касательно самой нефти, каков прогноз по ценам? Ну, долгосрочный нисходящий тренд в ценах на нефть еще не сломлен. И фундаментальных причин для роста цены на нефть не вижу. И можно поэтому ожидать сохранения низких цен, ну, в районе вот 45-55 долларов за баррель. Вот был недавно, он падал до 43, потом поднялся где-то примерно до 52. Сейчас, нет, даже 52 там где-то было. Сейчас он где-то 49 упал опять.
И это, по всяким прогнозам, правда, это дело, естественно, не благородное. Предсказать цены на нефть до сих пор никому не удалось, но тем не менее мировые агентства прогнозируют, что низкие цены сохранятся в ближайшие год, два, то и три. Директор филиала Института экономики Министерства образования и науки Жангельды Шимшиков сделал такое заявление, опять же, к разговору о цене на нефть, о том, что есть прямая зависимость между ценой на нефть и ценой на бензин. То есть если дорожает нефть, дорожает бензин, дешевеет нефть, дешевеет бензин. Вот насколько это правильно, насколько это должно быть, на ваш взгляд? Ну, я согласен, безусловно, согласен с ним, но вот эта, так сказать, зависимость, она не действует в Казахстане. Я уже объяснял, почему. И вот у нас, допустим, цены на нефть упали почти вдвое, но на рынок ГСМ в Казахстане на это линейно не реагирует. И никак не отыгрывает ситуацию с ценами на нефть. Это как раз показывает их искусственный механизм ценообразования. О дизельном топливе давайте поговорим. У нас опять же есть цифры необходимые, которые демонстрируют, что, согласно статистике, в целом наблюдается сокращение объемов его поставок по республике. Сейчас этот показатель равен 28%. По западно-казахстанской области сокращение составило 75%, южно-казахстанская 53%, в Атырауской 55%, алматинской 7% и в Алматы 8%. Вот с чем связано сокращение объемов поставок? Ну, во-первых, были остановлены у нас, так сказать, полтора завода. Был на ремонт полностью остановлен Павлодарский завод. Угу. И наполовину одна установка была остановлена на Атыраусском перерабатывающем заводе. Соответственно, поступление топлива оттуда не происходило, хотя чиновники перед каждой остановкой нас уверяют, что у них там созданы, так сказать, запасы, которые позволят пережить эту... Да. Плановую остановку, но, как показывает практика, остановка заводов на плановый ремонт всегда приводила к дефициту топлива. А по дистопливу ситуация еще усложнилась тем, что, как вы помните, в начале весной был введен запрет на ввоз топлива из России, и там и на бензин, и на дистопливо. Ну, сейчас вопрос, поскольку о дистопливе, то я приведу данные по дистопливу. Срок действия запрета на ввоз дистоплива из России сначала истек 20 апреля. Но оказалось, что запасы дизельного топлива превышают 500 тысяч тонн, то есть вдвое больше необходимой меры. И Министерство энергетики продлило запрет на ввоз его из России до 20 мая, затем еще на месяц. И при этом, несмотря на более чем достаточные запасы дизельного топлива, оптовые цены, я подчеркну, при замороженных розничных, на него поднялись. К примеру, если 2 июня на Павлодарском заводе стоимость тонны увеличилась с 85 тысяч до 87 тысяч тенге, то на Чимкентском с 87 тысяч до 89 тысяч тенге. И представляется дело, что тут дело не в обеспечении вот этой вот энергетической безопасности, все эти вот маневры с запретами на ввоз, а в очередном ломбировании интересов лишь двух субъектов топливного рынка страны. Это оптовых поставщиков и находящихся под контролем Казмунайгаза трех наших отечественных НПЗ. Потому что поток подешевевшего вследствие обесценения рубля топлива из России нес значительные убытки и тем, и другим. А как вы оцениваете инициативу создания единого оператора по поставкам нефтепродуктов из России в лице Казмунайгаз Уйнымдира? Ну, отрицательно. И объясню почему. Он уже был единым оператором в течение, по-моему, вот, запрет на ввоз топлива из России вводился в 2013, в 2014 и в этом году. И везде в качестве оператора был именно как раз... Была это именно как раз эта компания. Но обеспечить ввоз в ГСМ в необходимых объемах единый оператор ни в одном из этих случаев оказался не в состоянии. Но преуспел в одном, в создании топливного дефицита, а что привело, соответственно, к стоимости роста бензина. Это было каждый раз, когда у нас вводили запрет, и в качестве оператора
был Казмунайгаз, то он один, то там с тремя компаниями, но не суть важно. Главное, что вот введение этого единого оператора приводит именно как раз к дефициту топлива и росту цен на него. А хотя какая его основная функция должна быть, единого оператора? Но основная, он должен как-то регулировать потоки, чтобы не возникал дефицит. Как мы видим по практике, он за этим следить не может или не желает, скорее всего. Ему выгоднее создать дефицит, повысить цены и получить повышенный маржу. Это моя точка зрения. Почему вот это все получается? И вот эти вот введение единого оператора, это однозначно лоббируется Министерством энергетики. В частности, вот можно в качестве примера привести ситуацию с попыткой ограничить, вернее, ввести регулирование оптового рынка. К примеру, вот в июне было в парламенте проходили слушания по проблемам топливного рынка Казахстана, и там как раз обсуждался вопрос введение регулирования не только розничных, но и оптовых цен. Но доводы Казахстанской топливной ассоциации, куда входят многие розничные автозаправки, не были приняты во внимание, что необходимо вот, как говорят, регулировать не только один конец, но оба конца должны полностью должно быть регулирование. В качестве аргументов вот, в последний раз, это уже после парламентского слушания была создана рабочая группа. И там Казахстанская топливная ассоциация пыталась довести до парламента, до рабочей группы свое видение решения проблем топливного рынка. В частности, пыталась ввести ограничение, регулирование и оптовых цен. Но, однако, представители Министерства энергетики заявляли, что невозможно регулировать оптовые цены на нефтепродукты, и связывали это с тем, что себестоимость процессинга, ну, переработки нефти на трех НПЗ различные. И они не в состоянии якобы регулировать эти цены. Но с другой стороны, в стране существует свыше трех АЗС, и тоже профильное министерство почему-то в течение нескольких лет пыталось устанавливать, регулировать розничные цены на 3000, более 3000 АЗС. Где логика? Тут однозначно прослеживаются интересы отстаивания вот этих оптовиков и игнорирования интересов розничного рынка. Понятно. Я думаю, более чем подробную информацию мы сегодня представили нашим телезрителям. Будем ожидать позитивных перемен на рынке. Я хочу вас еще раз поблагодарить за участие в нашей программе. На этом у меня все. Я прощаюсь с вами. До свидания. До свидания.